Быть знаменитым некрасивым. Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача. А не шумишь, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. И надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях, и погружаться в неизвестность. И прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь. За пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица. И быть живым, живым и только, до конца.